Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Tower Conquest. И буквально сегодня я проапал себе вот эту вот сторожевую сферу до 5 звезд. То есть это фулочка у нас получается. Протокол Омега 20%. Активация аварийной системы вооружения, удваивающий урон башен. Вот это, кстати, очень нужная вещь. Ну что же, 100 уровень, выше я уже прокачаться не могу, и остается нам только лишь покорять телепорты да развивать наших персонажей. Поехали. Так, этот уровень у нас пройден не идеально, да? Нам нужно это дело исправлять. Так, у нас здесь лорд пустоты. Угу, ну что же, поехали, друзья мои. У меня, правда, одной энергии не хватает, да и бог с ним. Я думаю, что нам этого будет достаточно, да? Чтобы пробиться. Поехали. Так, лорд пустоты. У него, кстати, тоже, друзья мои, смотрите, сторожевая сфера. Но он ее, конечно же, применять не будет против меня. Я надеюсь на это. Так, купим с вами максимальное количество маны, чтобы нам призвать ведьму. Так, полетел пришелец. Пускай летит. Он нам пока не нужен. Ага. Слизень морпех вышел. Так, его нужно, ребята, контролировать. Ну-ка. Ух, Ронин. Давай. Отлично, молодец, красавчик. Так, поехали дальше. Маг-воин мой пока добредет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ты посмотри, что он делает, а? Ты посмотри, что он делает, он похитил. Ай, не успела, жаль. Ну что, я призываю, ребята, ведьму. Слушай, не надо бафать. А он бафает. Это, ребят, Тритоша. Вот такой он подхалим. Да что ж тут происходит-то, а? Ну, еще один... Да ну, брось ты. Кого он там... Что тут происходит, друзья мои? Давайте стража быстренько завалим. Мне нужно бомбить. Мне нужно убивать лорда пустоты. Ну, отлично, поехали, друзья мои. Ух, хорошо. Погоди-ка, погоди-ка, отлично. Все, мы его подбили. Ну и я думаю, что здесь победа будет за нами. Да хорош ты уже похищать, достал уже. Давай, прыгун. Я жду, где ты там? Где ты там, прыгун? Идет потихоньку. Так, чумную вызовем. Ты посмотри, что они делают, а? Ну-ка. Давай, 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 уничтожай его. Отлично. Так, а почему моя ведьма, ребята, до сих пор оглушенная? В чем проблема? Ну, изи. Я считаю, что этот уровень у нас вообще как-то элементарно прошел. И мы с вами вот теперь со спокойной душой будем открывать сундук захватчиков. И что же нам здесь выпадет, а? Один из карточек на лорда пустоты. 8 карточек на жабу с пушкой. Кстати, эта карточка нам, в принципе, уже не нужна, потому что мы прокачали его полностью. А вот пришелец — это хорошо. Друзья мои, мы переходим с вами на фабрику роботов. Это последняя карта, да, и потом мы с вами полетим на 114-й портал. Давайте приступать потихоньку. Так, толкатель и бомбер. Ёлки ты палки. Толкатель. Это не есть хорошо для нас. И плюс еще бомбер здесь. Эту команду брать, я думаю, не стоит. Давай-ка начнем, наверное, вот с этой. Толкатель, вы прекрасно знаете, чем он плох. Он может отталкивать наших противников и нанести урон по нашей базе своей массовой атакой. Ладно, попытаемся сейчас его опередить. Надеюсь, у нас получится с вами. Так, жаба с молотом вышла. Ага, толкатель. А ну-ка, сейчас будет отталкивать, нет? Пока не получается у него ничего. А ну-ка, бомбим, 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 друзья мои. Так, бомбера этого, отлично, ушатали. Толкатель тоже упал. И мы уже начинаем с вами бомбить базеночку. Ульту я пока применять не буду, я не вижу в этом смысла. Ай-яй-яй-яй-яй. Толкатель, хорош ты, успокойся уже. Слушай, ну, круто. Я могу сказать одно, победа уже в кармане у нас. Давай, давай, последний удар. Изи. Отлично. Так, ну что же, продолжаем, да? У нас с вами второй этапчик. Почему меня выбрасывают сюда? Я не пойму. С какого вдруг перепуга? Раньше такого не было. Раньше меня возвращали вот сюда, на обычное окно. Так, репульсор, да, прибавляется. Слушай, а это уже немножко хуже, потому что они оба могут отталкивать моих юнитов. И репульсор, да, фигов боксер, как говорится, и толкатель. Поэтому нам нужно еще быстрее, как говорится, идти на опережение. Сейчас мы с вами вызовем... Так, бомбер пускай пролетает. Надеюсь, не попадет. Хе-хе-хей, ну бас. Так, ниндзю я пока не буду призывать, а вот теперь пора.
А вот теперь толкатель, успокойся, ё-моё. Опять он за свое, друзья мои. Опять он за свое, этот паршивец. Давай тогда еще вызовем одну жабу. Минус толкатель. Репульсор тоже минус. И жабу с пушкой вызовем. Ну давай, родной, беги быстрее. Что-то как в штаны-то наложил, двигаешься. Минус бомбер. Слушай, а мы уже базенку ему кромсаем, оказывается. Так, опять толкатель вышел, а? Давай ульту применим. Ну, отлично. Ураганчик. БФГшку призову на всякий случай. Ну-ну-ну-ну-ну, давай, родной, беги, беги. Ползи, мой маленький БФГшек. И отлично. Слушай-ка, пока все идет отлично у нас с вами. Я бы даже сказал, вообще великолепненько. Так, арена, сколько там? 4 часа, да, и мы с вами получим награду. Пока я в данный момент нахожусь на первом месте, и это говорит о том, что мы с вами получим хороший ревард, если удержимся на этой позиции. Так, а здесь у нас уже молотильщик. Ах ты, жук ты хитрый. Ну, давай будем, ребята, пробивать, прожимать. Молотильщик плох тем, что если он умирает, он может вызвать циркулярку свою, да? И у меня здесь ватник. Тихо ты, он начал именно с него. Успею ли я? Друзья мои, успею ли я? Успел. Давай, 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 бомби. На удар, отлично. А он еще одного вызывает. Только не выпускай пилу, я умоляю, не надо пилы. Ух, нам повезло опять же. Так, бомбер, подбиваем мы его. Так, тихо, 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 молотильщику. Вот, вот об этом, друзья, я вам и говорил. Видели, да, что он сделал? Пилу выпустил и, конечно же, всех моих юнитов подбил. Так, толкатель, это плохо. Они сейчас тут могут нас забомбить, друзья мои. Ну, ну в чем проблема-то? Молотильщик тут еще паршивый. Так, мы прожали вроде бы. Не надо пилы. Фух. Так, опять толкатель идет, а? Да чтоб тебя, он сейчас будет... Да. Бомбит не по-детски. Слушай, ну у нас есть шанс. Давай-ка еще вызовем жабу с молотом. Ай-яй-яй-яй-яй, всех покоцал. Просто всех, друзья мои. Ниндзя, давай быстрее, выбегай. Ну, отлично. Да чтоб тебе, да как же нам, друзья мои, пробить-то его, а? Мы просто не успеваем, мы не можем сделать то, что я хочу. У нас очень мало времени с вами, кстати. И если этот час опять будет вызывать свою пилу, то нам хана. Нет, пока обошлось все. Обошлось, да не то, чтобы я вот именно этого ожидал. Слушай, ребят, 45 секунд, что-то как-то мы пасуем тут с вами. Я вам серьезно говорю. Да чтоб тебе, опять он вызвал эту пилу, а, друзья мои. Мы не можем подойти просто к базе. Ну, твою ж налево, а. Ты достал уже. Ниндзя, давай, родная моя. 28 секунд, ну... Успеем или нет? Да, опять он вышел. Сейчас опять пила, да? Или нет? Не получается, друзья мои, пробить у меня, к сожалению. Толкатель этот. Сейчас опять пила, наверное, вылетит. Ну, хорошо, давай попробуем так. 11 секунд, друзья. 11 секунд. Успеем или нет? Как думаете? Если толкатель выйдет, то не успеем. Мы и так, скорее всего, с вами сфейлимся. Да, друзья, мне не хватило буквально там секунд 5. А знаешь почему? Потому что тут паршивый молотильщик все время выпускал свою пилу и всех моих юнитов подбивал. Ладно, хорошо. Мы будем с вами действовать немножко по-другому. Раз не получается так нам победить, мы будем тогда с вами применять вот эту команду. Да, почему именно эту, друзья мои? Здесь есть у нас, видите, да, грифа. Грифону здесь никто не сможет причинить вреда. Вообще никто. Бомбер будет пролетать мимо. В общем, все сейчас будет у нас идеально. Ой-ой-ой-ой, подожди, подожди, подожди. А кого я вызову-то? Кого я смогу? Я никого не смогу вызвать. И урон, урон, урон. Не получим? Не получили, слава богу, друзья мои. Фу, я думал, сейчас базу мне пропелякает. Но не тут-то было. Все-таки успел у нас Джаггер выйти. Теперь я, конечно же, призываю нашего Терракошу. Ну и нам нужно, ребят, с вами копить энергию для того, чтобы... Баллисту я призывать не буду здесь. Ай-яй-яй-яй-яй. Фаербол полетел. И грифона будем с вами вызывать. За счет грифы сейчас тут все у нас будет тип-топ. Так. Даже если паршивый молотильщик будет тут выпускать свою пилу, грифон, естественно, не получит никакого урона.
Ух, вот сейчас мы его тут раскромсаем. Ай, друзья мои. Раскромсули сейчас будут у нас. Так. Ну что ты в камень-то превращаешься? Это не вовремя, ё-моё. Опять джиггернаута подбили, да? А если вот так сделаем? Все, друзья. В базе, по-моему, сейчас будет хана. Ну, падай ты уже, молотильщик. Достал. Последний удар, и все. Ну, как говорится, клин клином выбивают. И у нас получилось все это сделать. Так, переходим сюда. Что ж ты будешь делать? Что они меня выкидывают-то куда не надо? Предпоследняя миссия. Здесь у нас... О-хо-хо-хо. Щитобот. Плюс толкатель. Слушай, ну это мощная команда. Но мне плевать. Я все равно буду... Кстати, друзья мои, у нас... Щитобот дешевый юнит, да? Мне нужно быстрее накопить 300 манны. Ну, можно, в принципе, и 250. Но я хочу призвать Терракошу. О-о-о-о-о-о, тихо, родные мои. Куда это вы так разогнались-то, а? Спешат, да, как говорится, на гибель свою. Тогда нам придется здесь призывать нашу баллисту. Ну, что ж так долго-то все это идет? Так, станет их нужно обязательно. Опа! Оттолкнул все-таки, а? Паршивец все-таки. А ну-ка, фаербол. Вот так. Джаггернаут. Пошел, 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 родной мой джаггер. Изи. Так, двигаемся дальше. Давай-ка вот так вот сделаем. А тут молотильщика нету у него, что ли? Я так понимаю, нету. Это нам даже очень на руку идет. Потому что сейчас призываю еще одну баллисту, и мы будем их потихоньку здесь уже бомбить. Точно нету здесь. Ха, молотильщика нету, и это круто, на самом деле. Собираем деньги, энергию. Застанили. Ух, у нас фаербол есть еще. Давай применим. Ты бич. Шикарно, согласись. Единственное, что у нас, конечно, отряд очень медленный. Вот эти вот терракоши пока доберутся, да? До пункта назначения полгода пройдет. Ну да ладно, зато мы их тут разбираем всех. Так, мы уже подошли к базе. Застанили, отлично. Давай, джаггер, выходи, ты хотя бы побыстрее двигаешься. В отличие от терракоши. Ну, да прижучивай их там уже. Прям возле базы нужно их прижать. Фаербол. Ой, как шикарно, друзья мои. Ну, пару ударов и все. Сдулся противник. Сдулся. Так, ну что же, у нас последний с вами эпизод. Последний эпизод, и здесь у нас кто? Ай-яй-яй-яй, друзья мои. Это термин 9000. Против него, конечно же, нужно включать имбу. Потому что он меня запарит сейчас тут со своими снарядами, расстрелами этими всеми. И не забывайте, ребята, что здесь есть молотильщик. Тоже еще тот проныра. Ну что, кто там выйдет у него первым? Я не вижу пока никого. Мы можем с вами призвать мага-воина. Я, пожалуй, начну именно с него. Так, ульту с вами бережем до последнего момента. Так, давай-ка, Ронин, помоги-ка. Ух, красавчик. Кстати, он стал чаще выходить в истерике. Это для нас большой плюсик. Ну что? Так, бомби. Так, бомбер у нас, по-моему, на 5 звезд прокачан, да, если я не ошибаюсь. Смотри, Ронин просто в ударе сегодня. Чух! Было больно сейчас, на самом деле. Так, чумнуха. Бомбит потихоньку, да, бомбит, и это классно. А вот он, ребята, и ханорик вышел. Заморозка и ульта. Погнали. Сдулся парень. Даже, по-моему, не успел выстрела сделать. Слушай, ну это шикарно. В принципе, на это и было рассчитано у меня. Так, а теперь уже начинаем потихоньку колбасить. Ах ты, не дают мне такой возможности пока. Так, 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 ах. Ладно, ведьма уже на подходе, так что все хорошо у нас. Да чтоб тебе, ты достал уже, а? Молотильщик, ты специально так делаешь? Давай применим. Вот, кстати, карточка на толкателя, это пригодится. Ты посмотри, а, что он делает. Друзья мои, просто не дает мне... Хм, ведьма, красота ты моя ненаглядная. Все-таки ушатала базенку. А то этот молотильщик постоянно выпускает свою пилу, и все мои юниты погибали. Ну что ж, забираем сундучок с вами, да? Сундук робота, и что же нам тут выпадет? Так, 11 карточек на базу, 10 карточек репульсора и 12500 голды. Ну что, друзья, 15 карточек на деда.
на короля. 14 карточек и ракетный бот. Ну что же, следующий портал нас с вами ожидает. И у нас здесь нефритовая долина встречает. Дальше будет территория захватчиков, территория нежити, фабрика роботов и опять же, ребята, нефритовая долина. Значит, две нефритовые долины здесь у нас будет. И начинается с терракоша. Терракоша плюс самурай. Ну что же, я предлагаю, наверное, взять вот этот отряд. Как думаешь, справимся или нет? Мне бы вот мою бы башню, вот эту сакуру, прокачать на 5 звезд, и вообще было бы шикарно. Поехали! Не будем, как говорится, здесь с вами рассусоливаться. Будем сразу их бомбить. Значит, здесь у него самурай, да? Давай. У меня-то 100 уровня, а у него 99-го. Мы должны выиграть, по идее. Но он может впасть в истерику. Об этом тоже не стоит забывать. Так, и нам нужно призвать, скорее всего, тыквоголового в первую очередь. Так, подожди-ка, что тут команда у него какая-то. Ух, вышел охламон. Давай, давай, тыквоголовый, я жду тебя. Поехали, замедлим. Замедлим обязательно. Кто там в истерике? У него, да, упал или у меня? Не видно. Ну давай, 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 разносим в хлам. Отлично. Так, энергию копим. Заморозка. Ух. Замер. Тигр, давай, выходи, ты нам нужен здесь. Без тебя как-то не вяжется игра у нас. Опять самураюшка. А мы тоже вызовем. Но, ай-яй-яй, какой же все-таки терракоша сильный, а? Две тыквоголовых чурки вышло, поэтому у нас сейчас все будет замечательно. Смотри, как мы с вами расписываем, а? Ты посмотри, по красоте. Да-да, это тыквоголовые стараются. Потому что у них массовая атака. Об этом не стоит забывать. То есть, если они бомбят терракошу, да, все снаряды летят в него, но взрыв-то у нас идет как бы большой, поэтому мы задеваем именно взрывом башню. И за счет этого выиграли. Так, ну что же, это был первый этапчик у нас с вами. Второй, ох, а здесь немножко будет посложнее, потому что здесь всадник на журавле, естественно, тыквоголовые здесь уже не будут прокатывать. Но мы можем с вами воспользоваться вот этой командой, которая еще не тронута у нас. Здесь, к тому же, у нас друидушка, которая не даст в обиду никого. А если они даже немножко здесь пройдут, мы сможем отхилять себе базенку. То есть мы как бы с вами здесь подкреплены по всем фронтам. Так, ну что, щитобот и так хорош. Ой-ой-ой-ой, самураюшка, отдохнем. Да ёпрсты, он уже вызвал, друзья мои. Поэтому нам нужно призывать сюда именно паладина. Он как раз хорош против вот этих вот всадников на журавле. Ох, какой он мощный, да, вот этот у нас щитобот. Ну, давай померяемся силами. Что ты тут квакаешь мне? Хе-хе-хе. Давай, щитобот, выходи и вместе с молотильщиком в паре. Слушай, ну мы сейчас продавим их. Да хорош в окаменение вставать. Тебе это не поможет. Или поможет. Смотри-ка, он что-то зачастил. Рассыпался. Давай еще одного всадника на журавле призовем нам в помощь. Да, друзья, сейчас мы пробьем, по-моему, базу ему. Так, карточки выпадают, это хорошо. Давай-ка применим ульту. Зачем, как говорится, нам ее копить? Ай, по красоте все. Так, а кого мы там бомбим, я не могу понять, друзья мои. Что-то странно как-то. Всадники не подходят близко к базе. Кого они там бомбят? Тут уже никого нету. Странно, конечно, немножко это было. Но самое главное, что результат, как говорится, оправдал себя. А мы с вами переходим дальше. Это третий эпизод у нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Уджен, собственной персоны. Противный такой юнит на самом деле. Брать вот эту команду или же все-таки отыгрывать вот этой? Будем отыгрывать. Да, друзья, будем отыгрывать, потому что я думаю, что всадник на журавле все-таки сможет пройти и забомбить их. Ну, если что, молотильщик при смерти может выпустить циркуляру, которая, естественно, пробивает всех противников. Ну, куда ты бежишь? Ну, куда ты разогнался, парень, а? Ты давно не встречался с паладином, что ли? Самурай против паладина. Естественно, паладин намного сильнее и будет бомбить сейчас не по-детски. Крутенько. Едем дальше. Кто там вышел? Таракоша, да? Ну что ж, давайте немножко будем укреплять свою команду.
Нам нужно здесь... Ох, подбили сразу же. Круто, вышел, только крякнул что-то, и все, мы его подбили. У нас, если что, ребята, есть ульта, которая притягивает противников к нам. Поэтому Вуджен здесь особо сильно не разгуляется, поверьте мне. Давай еще одного молотильщика призовем. И щит-то бота. Слушай, ну мы тут вообще... Тихо, 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 ты, Ракоша, успокойся. Ты посмотри, что происходит, друзья мои. И лучше не придумаешь, как говорится. Все, расписали базу просто моментально. Вуджен там вышел, но не успел даже ничего сделать. Хе-хе. Ну что ж, двигаемся с вами дальше. У нас предпоследний, да, эпизод. Угу. И здесь у нас... Так, черепаха с пушкой. В принципе, друзья, ничего здесь сложного нету. У нее очень долгая перезарядка. Хотя атака сама по себе очень довольно-таки мощная. Но пока он там выстрелит, мы, наверное, успеем ее расписать. Мне бы хотелось в это верить. Ну что, начнем, наверное, со всадника на журавле. Я думаю, это оптимально будет для нас. Поехали. Так, ага. Ты, Ракоша, вышел. Ладно, хорошо, мы с вами будем копить пока энергию. Сейчас она его немножко помурыжит здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот это уже не есть хорошо, друзья мои. Черепаха же может подбивать воздушные цели или нет? Хотя это уже не важно. То-то и оно. А, у него тоже всадник же есть. Чей сильнее? Конечно, мой, друзья мои. Потому что мой еще и на отхиле сейчас был. Так, погнали, погнали. Вызываем молотильщика. Можно применить ульту. Но не нужно. Нету в данный момент смысла от нее никакого. Ох! Друзья мои, я призвал кого? Естественно, друидку. Ну, где ты там, красавица, идешь? Идет потихонечку. Так, пробиваем, пробиваем. Не даем спуска. Нормуль. Так, и... Вообще изейший. Блин, как бы мне друидку тоже, друзья, прокачать на 5 звезд. Вообще было бы имбово, на самом деле. Ну что, переходим на последний эпизод. Да, за Нефритовую долину. Здесь у нас будет богиня солнца, босс. Тут у нас есть Вуджен. Слушай, ну, я думаю, что мы сможем пройти, потому что здесь нет у него всадника на журавле. А у меня есть. Так что, поехали. И почему-то мне кажется, что друидка в разы сильнее, чем богиня солнца. Сейчас мы это все с вами выясним. Кто, как говорится, имбовее. Ну-ка. Так, самураишка вышел. Ладно, пока терпимо. Естественно, его встретит паладин. Что, ты думаешь, я дам ему пройти? Нет. Нет, дружище, я ему пройти не дам. Так, дальше мы, наверное, с вами призовем всадника на журавле. Кто там? Ой-ой-ой, вот Джен, ребята, идет уже. Так, срочно нам нужно накопить с вами 500 энергии. Смотри-ка, что делать, а? В истерику впал. И применять, скорее всего, ульту, потому что он сейчас будет здесь, ребята, бомбить магии. А нам нужно его пробить. Вот так вот. Упал, отдуплился. Ну что же, друидушка пошла, и сейчас тут будет самый смак у нас. Так, черепаха готовится там. Бух! Да, массовая атака. Ага, он вызвал тоже, ребят, своего босса. Богиню солнца. А ну-ка. Посмотрим, кто кого. Ёлки-палки, начинает немножко подлагивать. Но пока терпимо. Вуджен сзади стоит. Вот это плохо, друзья мои. А ну-ка, иди сюда, Вуджен. Ты достал там уже буянить. Ну, расписывайте его, отлично. Так, что у нас тут происходит? Где хоть один, ребята, тотем? Я не вижу тотемов. Но они должны быть. Ну, будем мы пробивать или нет? Упала. Упала, как говорится, богиня солнца. И мы с вами, ребята, пробиваемся дальше. Так, идем, идем, идем. Вуджен. Упс, пардончи. Ой, два паладина прикрывают друидку. Круто смотрится, на самом деле, да? Такая, как личная стража. Ну что же, и мы, как всегда, пробиваем базу. И победа у нас, друзья, в кармане. Сейчас сундучок еще получим. Квест завершен, командир. Значит, что-то мы с вами получим. Гемы какие-то, да? Ух ты, 5 гемчиков. Мощь империи. Призови бойцов Нефритовой империи 50 раз. Да, легче не бывает. Конечно, призову. Если будет такая возможность. Так, дайте мне сундук. Я хочу посмотреть, что у нас тут выпадет. Сундук Нефритовой империи. 9 гемов. Черепаха. Так смотрит еще. Ну и, естественно, копейщик.
Итак, друзья, переходим на... Ой, тихо-тихо, куда это мы? Вот сюда, да? Территория захватчиков, собственно, персоны. Оу, улитка. Слушай, здесь шутить уже не стоит. Улитка и, причем, еще бородавочник. Поехали. Здесь у нас против улитки, конечно же, будет выступать кто? Щитобот. А кто же еще-то? Только он тут может противостоять ей. Так, давайте мы вызовем молотильщика на всякий случай. Твою же маковку. Ладно, еще одного вызовем. Щит потерял, братиня. Ладно. Так, опа, опа, опа. Что он там делает, ребята? Вот что он делает. Так, мне нужен паладин здесь. Ой-ой-ой-ой, оглушил. Молодец, красота. Так, ну-ка. А что, ему пофиг, что ли, на мою ульту? Стоит себе там дальше, бомбит. Совсем припух парень. Давай, Палыч. Давай, Палыч, сейчас откинет тебя. Неудачно маленько получилось. Молотильщик. Не успел капельку. Слушай, нам нужно здесь, наверное, паладинов больше вызывать. Потому что щитоботы не могут противостоять улиткам этим. Или могут? Ну-ка. Да чтоб тебя. Давай вот так сделаем. Нормуль. Денежку только отдайте мне, пожалуйста. Тут всадники на журавлях очень хорошо, ребят, справляются с базой, потому что их никто не задевает. Единственное, что их можно убить, если улитка взорвется под ними. Тогда вот взрывом они могут задеть их, и они погибнут. А так их вообще никто не трогает. Так, ну что же, на этом отряде у нас энергия закончилась, да? И у нас тут сколько? 3 энергии. Здесь тоже 3. Хм, а там у них будут улитки. Значит, нам нужно с вами подключать, наверное, вот эту команду. Судя по всему. Давай посмотрим, кто у нас тут. Улитка, жаба с пушкой и опять же бородавочник. Справимся, как думаете? Улитка сейчас будет, конечно же, выносить мне мозг по полной программе. Поэтому будем вызывать с вами, ну, что самурай, что мечник, не имеет значения. Поехали. Мощь империи, квест завершен. Отлично. Ну, где улитки-то? Нет, он почему-то вызвал бородавочника. Так, хорошо, поехали. Друзья, у нас есть замедление. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Плохо-то как. Замедление мне нужно. Вот так вот. Ну-ну-ну, где улитка? Почему улитки нету? Почему она не выходит? Вон она, вышла, вылетела. Так, 350 энергии нужно накопить, чтобы я мог призвать тигра. Смотри, что этот охламон делает, а? Совсем опупел. На! И вызываем, конечно же, тигра. Давай, тигр. Нет! Так, замедление. Ну, все. Сдулись, ребятушки, я так понимаю, да? Поехали. Будем бомбить уже базу ему, в конце концов. Хорош расслабляться. Давай, еще пару ударов и... Ну... Отлично. Как я хотел, так и получилось, друзья мои. Ну что же, давайте мы вот тут заберем с вами. Ага. Слушай, все квесты завершены абсолютно. Солидно. Так, ну что, друзья мои, продвигаемся с вами дальше. У нас третий эпизод, и здесь... Ага. Воблер. Так, медленный боец метает клинки и бумеранги, поражающие наземных и летающих врагов. Но он вата. Поэтому мои тыквоголовые, в принципе, с ним на изи справятся. Потому что они будут издалека его, как говорится, нахлобучивать своими снарядами. Так, я не заметил, улитка там была или нет. Если нету, то мы с вами на расслабоне просто пройдем этот уровень. Так, самурай пошел, мечника тоже вызываем с вами. И будем копить энергию. Так, ну, бородавочник тоже бесявый на самом деле. Вот он меня вообще раздражает. Ох, воблер вышел. Ой-ой-ой-ой, друзья мои, это очень плохо. Так, ты что-то слишком близко куда-то пошел, парень. Давай-ка вот так сделаем. Замедлились охламоны. Так, без разбега, да? Хорошо. Копим пока с вами энергию. Ну, я вам говорил, что воблер здесь. И улитка там под удар попала. Давай, выходи. Тигр здесь сейчас разрулит ситуацию всю. Ну... Где враги? Я врагов не вижу. Опа, оттолкнул все-таки, а? Проходимец.
Давай вот так вот применим с вами нашу ульту. Деньги забираем. Они лишние никогда не будут. Ну, я могу сказать вам одно. Да, друзья? Расписали базенку и так легко. А это за счет с помощи ульты. Эти корни, ребята, их потихоньку бомбили. И замок расплющился. Ну что же, предпоследний у нас с вами эпизод. Улитка. Ага, жаба с молотом. Слушай, вот здесь будет немножко посложнее. Два танка. Как бы нам с вами схитрить? Как бы нам с вами тут схитрить? Довольно нехилая командочка, но 99 и 98 уровень. Поехали. Попытаемся так с вами пройти. Надо единственное это контролировать улитку. Я думаю, что... Во-во-во-во-во-во, бежит, бежит, бежит. Ну, да где ж ты? Давай, родной, выходи. Оттолкнул? Да ладно, это терпимо. Еще один выходит. Так, а мы выпускаем с вами жабу с пушкой. Ну. Ай, сейчас улитки, ребята, меня здесь расчекрыжат, скорее всего. Давай-ка ниндзю призовем. И еще одну жабу с пушкой. Так, ну что, будем издалека, наверное, их бомбить. Ульту. Ой, разбегается, ребята, этот. Нет, мы его оглушили. Я уж думал, сейчас побежит. А он собирается бежать. Нет. Твою ж налево. Ты посмотри. Ты посмотри, что происходит. Ай-яй-яй-яй-яй. Плохо все это дело. Очень плохо. А ну-ка. Ну вот, когда ниндзя прикрыта, у нас все хорошо. Главное, чтобы вот этот охламон не выбегал, а шел на расслабоне. Улитка. Блин, со своей массовой атакой она меня бесит. Ну что, мы подошли к базе. И сейчас мы уже, наверное, ее будем бомбить. Так, ульту. Это на всякий случай, для подстраховки, друзья мои. Так, смотрите, смотрите, что происходит. Мы не даем даже возможности здесь никому что-то сделать. Просто расписали моментально. Классно. Ну что же, у нас с вами, по идее, последний, по-моему, да, эпизод сейчас? Да. И тут у нас кто? Смотритель. Тут у нас, друзья мои, смотритель. Нам нужно с вами, наверное, взять нашу имбовую команду, я думаю, да? Нам нужно будет его сразу прописать своим лучом, да? Со стражевой сферы. И я думаю, что он здесь долго не побуянит. Давайте проверим, получится у меня здесь или нет. Пилон. Кто там у него ползает? Там какой-то хмыреныш. Рыбка, не рыбка, непонятно, кто это такой вообще. Так, мы начнем, конечно же, с мага-воина. Так, тут улитка же есть, да? Есть. Я помню, что она есть. Ронин, давай. Ух, я даже не сомневался, что он выбежит. Чумную мышь призовем. Ай, воблер. Воблер, друзья мои. Нет, ульту я тратить не буду. Даже пускай не надеется на это. Ульта нам пригодится на босса. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Шикс. Бородавочника просто с удара снесли. Слушай, а босс-то выйдет хоть сегодня или нет? Друзья, смотритель даже не успел выйти. Ты понимаешь? До чего быстро мы расписали ему базу. Ну, на то он и имбовая команда у меня. Так, друзья мои, сундук открываем и смотрим, что нам здесь выпадет. Так, один скарчик на лорда пустоты. Слушай, ну, скоро, наверное, мы сможем его прапать. Потом 10 скарчик на пришельца и 12500 голды. И мы переходим на территорию нежити. Так, тут у нас голем и банши. Ну, имбовую команду мы с вами оставим на потом. Ага. Так, стоит ли брать? Я думаю, стоит. Я думаю, что мы справимся этой командой здесь. Голема мы законтролируем с вами именно самураем и мечником, да? А банши будем с вами бомбить тыквоголом. Ну, как бы вот так. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо, родной, куда поразгнался-то? Куда? Ах, сразу банши вызывает. Оу, отхил врубил, ребята. Он отхил включил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Срочно-срочно. Ну где ты, тыквоголовый? Давай. Вжаривай, пожалуйста. Что-то мне это не нравится, как у нас тут дела идут. Друзья мои, совсем не нравится. Надо замедление, срочно замедление. А вот теперь посмотрим, кто кого. Так, будем с вами копить пока энергию. Отлично, продвигаемся. Мне нравится, что тыквоголовый может, ребята, поджечь вот таким вот образом землю. И когда враг стоит на этой земле, он получает урон. Маленький, но все-таки. Так, банши, ну что там орешь? Так, дайте-ка мне сердечко взять.
Ну что я могу сказать? Что, по-моему, он сдулся. Уже ничего ему тут не поможет. Отлично. О, карточка, карточка. Карточка на базу мне такая нужна. Ну что же, мы продвигаемся с вами дальше. На второй, так сказать, эпизод. Смотрим, кто у нас здесь. Ой, вот это уже опасно. Вот это уже серьезная штука, ребята. Это прыгун. Он будет перепрыгивать. Его контролировать очень тяжело. Хм. Давай тогда попробуем, наверное, вот этот отряд с вами взять. По-моему, это тот самый уровень, где он будет сейчас за счет одних прыгунов. Ну, по крайней мере, пытаться выстоять. Сейчас проверим. Если что, мы будем с вами начинать с Джаггернаута. А, там же это, истерика же есть. Ёлки-палки, это не прокатит тогда. Ладно, посмотрим. Блин, что-то как-то... Что-то как-то, друзья мои, кисленько тут у нас идут дела. Я боюсь, сейчас прыгун пойдет. Но он не вызывает его почему-то. А в чем проблема-то? А ну-ка, фаербол. Вот так вот. Давай, давай. Вот он, друзья мои. Вот прыг... А как мне его контролировать, прыгуна-то этого? Истерика! Друзья мои, не получилось. Ты понял, он прыгнул и, конечно же, врубил истерику. Ладно, ускоряемся, потому что этот уровень уже сфейлился. Да, у нас не получится с вами ничего. Все из-за этого хламона. Да, нежданчик, конечно, получился у нас с вами. Ну давай ускоримся по полной программе. Я базу все равно ему разнесу. Чего бы это ни стоило мне. Деньги отдайте только. Эй, деньги! Улетели куда-то деньги мои. Ну посмотри, что происходит, а. Так, фаербол. Да, конечно, они очень, ребята, медленные и долго подходят к базе. Ну зато это мощь. Ты посмотри, что делает. Ты посмотри, что делает, а. У него прыгун в истерике постоянно выбегает. Да что ж такое-то, фаерболом что ли бомба... А, все, прошли. Кстати, давненько вот у нас не выпадали вот эти, ребята, ускорения. У нас заморозка, да, выпадает. Ураганчик, сердечко. А вот именно ускорения давненько не было. Так, ну что, друзья, придется переиграть этот уровень. Как ни крути, это первый наш фейл за сегодня. Хм, что же нам тогда с вами сделать? Имбой сыграть? Здесь энергии нету. Этот отряд, мне кажется, бесполезен. Против прыгуна это тоже. Блин, у меня вся вот надежда была именно на этот отряд. Давай еще разок попробуем. Может быть, все-таки получится у нас продержаться здесь, а? Тут главное контролировать прыгуна. И все будет у нас, как говорится, тип-топ. Грифа. Ну, грифон-то здесь, ребята, вообще нам никак не поможет. Давай-давай-давай-давай, подходи, поехали. Кстати, Банши сейчас может крикнуть, друзья мои, и нанести урон по базе. Нам это невыгодно. Но, по-моему, она не достает. Так, фаербол я пока тогда тратить не буду. Мы его придержим с вами до лучших времен. Как раз вот он, прыгун идет. И мне кажется, нужно будет именно... Вот, подожди! Заморозка. Слушай, ребята... Да как ты? Погодите, друзья мои, я призвал Терракошу. Как он мог нанести... Что ты... Что тут вообще происходит? У нас опять фейл с вами. А как это так получилось? Извините меня, я уже призвал Терракотового воина, да? Здесь стоял молотильщик прыгун, и он нанес мне урон по базе. Это... Такого не должно было быть. Слушай, фигня какая-то получается. Опять же фейл. Блин, второй раз подряд. Мне кажется, придется мне здесь брать мою имбовую команду. Ну, я другого варианта не вижу просто-напросто. Так, ладно, фаербол выпускаем. Заморозку включаем. И расписываем ему базу. Хм, короче, я психанул, друзья мои. И буду брать имбовую команду свою. Да, придется потратить попытку. Ну, другого варианта я не вижу. Это второй раз мы с вами сливаемся. Хорошо, давай ответочку тогда будем ему давать. Значит, у нас есть маг-воин. У меня, кстати, тоже здесь есть прыгун. Так, Ронин, не подведи. Упс, почти, почти у тебя все получилось. Хорошечно. Не ори, бабка. Ну и потихоньку уже начинаем бомбить базу. Давай прыгуна я вызову сюда. И будем с вами... Так, где? Я не вижу, друзья мои... Прыгуна.
А он должен быть. Ну где он? Вот он. Явился, не запылился. Куда ты разогнался? Ты думаешь, ты пройдешь? Хе-хе-хей. Ульта. Так. Ой, как красиво-то. Друзья мои, сейчас прыгун может выйти. Так, погоди-ка, что тут не то? Вот-вот-вот-вот, об этом я вам и говорил. Базу расписали? Прикинь, мы быстрее ему базу расписали, чем он добежал до моей. Отлично, просто отлично. Так, друзья, переходим на следующий эпизодик. Это у нас третий. Ага, прыгуна здесь нет, поэтому можно расслабиться маленечко. И возьму-ка я, пожалуй, вот эту... Нет-нет-нет-нет. Вот эту команду, да? Здесь когтистый у нас. Да, я думаю, здесь мы справимся с вами. Все должно быть тип-топ. Причем расстояние здесь довольно неплохое, так что успеем с вами накопить и энергию, как говорится, и дать ему отпор. Начнем, пожалуй-ка мы, наверное... Погоди-ка. Ничего мы не начнем, мы с вами будем просто-напросто копить пока энергию. Пока он никого... Ага, вызвал все-таки уже, да? Когтистый плюс голем, значит, здесь вызываем тигра. И копим, ребят, с вами деньги на кого? Естественно, на нашего тыквоголового. Поехали. Упс. И еще разок. Упс. Распластались. А вот и корни, которые нам здесь пригодятся. Отличненько. Смотри, как все у нас идеально идет. Банша там пока дойдет. Отдуплилась. Големчик горит потихоньку. Ну, а мы с вами продвигаемся, друзья мои. Так. Давай еще вызовем мечника. Ага. Так, энергию с вами подкопим. Можно было бы, в принципе, и деда призвать сюда к нам на помощь, да? Но я думаю, что справимся и без него. Корни вот выпустить надо. И второго тыквоголового призвать, как говорится, нам в помощь. Вдвоем-то они будут тут, ух, отжигать по полной программе сейчас. Ну вот, в принципе, и все, друзья мои. Заморозочка. Хотя от нее толку здесь никакого нету. Давай-давай-давай-давай, вжариваем. Ах, красота. Обожаю, когда все полыхает здесь. Все так смачно смотрится. Ну что, друзья, мы прошли с вами этот эпизодик. И у нас предпоследний. Тут, о-хо-хо-хо, тут и прыгун, и служитель тьмы. Это очень плохо, друзья мои. Это очень плохо. Так, у нас с вами расстояние там увеличилось, да? Поэтому я думаю, что эта команда, в принципе, должна справиться. По крайней мере, мы успеем с вами нафармить кого-нибудь, да? До того, как прыгун придет к нашей базе. Даже, скорее всего, мы можем здесь и грифона вызвать. Сейчас посмотрим, кого... Ай-яй-яй-яй-яй, ты посмотри, что он делает, друзья мои. Так, ну что же. Ждем, здесь у нас будет... Ага, вот так вот. Он без истерики, и это хорошо. Ты в окаменение будешь впадать или нет? Не хочет. Так, баллисточка пошла. Фаербол пока мы тратить с вами не будем. Может быть, жнеца позвать сюда? Что скажешь, нет? Давай грифона тогда. Да ты посмотри, какой он гаденыш мощный, этот голем, а? Ой, друзья мои, ой-ой-ой. Кто у нас тут бежит? Ну, вы видели все сами. Фаербол. Вот так. О, ураганчик тут даже у нас. И ускорение. Наконец-то выпало ускорение, елки-палки. Тысячу лет не выпадало. А вот это зря, вот это зря. Слушай, на-ка, с плюшки мы его завалили. Друзья мои, кто идет у нас? Прыгун. Слушай, а что-то он расслабился. Он даже без истерики. Знаешь, расслабился, наверное. Так, ну что, фаербол у меня есть. Давай-ка, наверное, пропечатаем разочек, да? Вот так вот. Ну, естественно, как же без наших терракошек вышел. Даже если прыгун перепрыгнет здесь, да? Я думаю, что он с терракошей не справится. Вот так вот. Наказали. Так, друзья мои, переходим на последний эпизод. На последний эпизод. И у нас тут какой босс? Какой босс? А, дедулечка. Дедуля. Хм. Смотрите, что у нас тут. У нас нет прыгуна здесь, да? Мы можем, наверное, с вами даже вот этим отрядом пройтись. Ну вот массовая атака от деда может оглушить нашего жнеца, и он упадет. Соответственно, со своей вместе армией. Ну, я хочу рискнуть. Как говорится, риск — это благородное дело, особенно если он оправдан. Ну что же, давайте потихоньку копить с вами энергию. Тут у нас есть вот такие вот
как вы помните, да, Теркутовые войны, которых даже дедушка-скелет не так легко сможет забомбить. Я уже молчу про этих големов и банш там всяких. Плюс у нас есть мощная атака фаербол. Тихо, что-то тут такой армадой они на меня рванули. И когтисты, и все подряд. Так, что же нам сделать? Вызываем баллисту. Вызываем баллисту и, наверное, джаггернаута сейчас призовем еще с вами. Так. Потихонечку, не спеша, разбираем этих охламонов. И двигаемся дальше. Так, может быть, нам все-таки уже призвать жнеца? Давай, наверное, призовем, потому что тут уже, смотрите, служитель тьмы подтянулся. Он сейчас будет хилять големов своих. Вызвал, да, все-таки он? Ждем, друзья мои, ждем до последнего. Фаербол пока применять не будем. Вот когда он подойдет, вот сюда. Вот так вот. Вот именно... А, два служителя тьмы хиляют. Смотрите, что происходит. Минус один. Оу, дедуля, пока, родной. Мы будем по тебе скучать, наверное. Все-таки баллиста это имба. Вы видели, что они сделали? Они расстреляли всех служителей тьмы. И, соответственно, он лишился подхила. Ну, ай, по красоте-то как все идет у нас с вами. Прям душа радуется. Фаербол. Опа. Ну и тут остается просто их расстрелять, и все, друзья мои, и победа будет за нами. Вот так вот. У нас там еще, видели, жнец призвал когтистого, кого там только не вызвал себе в помощь. Так, друзья мои, а мы с вами переходим на территорию. Так, подожди-ка, сундучок вначале откроем. Есть карточек на деда, один скарчик на зомби и 12500 голды. Деньги, ребят, нам пока тратить не на что, поэтому копим с вами. Фабрика роботов, и нас встречает Джаггернаут и Репульсор. Джаггер 100 уровня, по фулке прокачанный, так же как в принципе и Репульсор, но уровень меньше. Кого мы поставим здесь? А как думаешь, этот отряд сможет справиться? Или вот этот взять все-таки лучше? Нет, тут Джаггер, он мощный, поэтому лучше вот этим попробуем. Будем, как говорится, атаковать дальними атаками. А ну-ка, давай начнем потихоньку. Так, жаба с молотом. Я думаю, что она первая пойдет, да? Прикрывать будет, естественно, ниндзя. Ну, ниндзюцу, ждем тебя. Слушай, а вот эта вот жаба с пушкой стоит 125 энергии. Это, кстати, очень круто, на самом деле. Ты посмотри, что происходит, друзья мои. Отталкивают, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как быстро расписали-то мне. Ну, заморозку! Есть, отлично. Ай-яй-яй, ниндзя упала. А мы вот так вот. А мы вот так вот. Да елки-палки. Друзья мои, по-моему, мы не сможем пройти. У нас не хватит мощей. Ты посмотри, что вот этот, что ханорик делает. Он, друзья мои, отталкивает моих юнитов. Всех. Я имею в виду Репульсор. Да-да, именно он. Да что ж такое-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Он одного джаггернаута за другим вызывает. Ну давай ульту хоть попробуем. Может получится, я не уверен, конечно, в этом. У меня все равно другого выбора нету. Ты достал уже. Два эти репульсора, ребята, они нас просто отталкивают с вами. Ага, минус один, минус второй. Двигаемся дальше. Ай, как же он бесит меня, Джаггер, со своими вот этими круговыми атаками. Давай. У меня здесь в этом отряде всего лишь один танк. Это вот жаба с молотом. И она не справляется, ты понимаешь? Давай попробуем. Ну, ага, отлично, хорошо. А я рассчитывал на своих дальних юнитов, которые вот именно расстреливают. Давай еще вызовем жабу. Слушай, по-моему, выиграем. Отличненько. Расстреляли таки мы все-таки. Фух, двигаемся тогда дальше с вами. На одном дыхании все это делается у нас. И второй эпизод. Ёпрст, тут еще толкателя мне не хватало. Вот здесь как раз. Слушай, это вообще будет тяжело пробить. Слушай, а если мы возьмем вот этот отряд, а? Здесь у нас все-таки паладинчики есть, да? Попробуем с вами. Тут у нас есть и друидка. В общем, ребята, копим с вами энергию. Начнем с паладина. Нет, не с паладина, вот с этого начнем. С щитобота и, конечно же, молотильщик вам здесь в помощь. Ох, ну правильно, он начал с тяжелой артиллерии. Мы его оглушили. Хе-хе-хе, естественно, пилякаем потихонечку. Ой, а вот и толкатель подошел, сейчас будет бомбить. Бумс. Ну, ну ты-то что там боксируешь, а? Хлыщ, ну-ка иди сюда.
Достал-то уже там в корень нас. Так, Палыч, давай, не подведи, родной. Вешай щиты. Паладин не хочет ничего делать, ребят. Никаких щитов, никакой защиты он не делает нам, а? Ой-ой-ой-ой, как все кисленько-то тут идет. Ну, бумс, оттолкнул таки все-таки, а? А мы вот так сделаем. Сдули мы их. Так, нам нужно здесь, наверное, очень много всадников на журавле. Они могут противостоять здесь всем этим охламонам. Вот так. Потому что массовая атака от толкателя, она не влияет на всадников вообще никак. И, как мы видим, у него нет ни одного летающего юнита, который мог бы нас подбить здесь. Так что именно таким макаром. Кстати, Джиггернаута мне тоже хочется прокачать на 5 звезд по фулочке, чтобы он был. Он потому что на самом деле красавец и довольно-таки сильный. Ну давай, 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 падай. Ух, мы разбомбили базу. Тяжело было, но справились мы с поставленной задачей. Так, друзья мои, переходим на следующий эпизод, это третий. И тут, ох, ракетный бот. В принципе, друзья, это все хорошо для нас складывается. Только вот играть мне уже некем. Вот здесь есть немножко, да, энергии, и здесь. Что будем делать с вами, а? Пытаться пройти, может быть, вот этим отряд? Ну, это как-то, ну, несерьезно. Ладно, я рискну. Я рискну, я делаю ставку на тыквоголовых, но против джаггернаутов эта тыква не прокатит вообще никак. И ракетный бот бесявый здесь на самом деле. Так что начнем, наверное, с самураев и с мечников. Нет, вот так вот. И, конечно же, тут у меня тоже один лишь танк. Я имею в виду мощный, это тигр. Это, друзья мои, тигр. Так, ну что, ой-ой-ой-ой, как они быстро нас тут распечатывают. Вообще, друзья мои, быстро очень. Так, нам нужно замедление. Давай вот так вот попробуем. Блин, минус тыква. Минус тыква. Слушай-ка, как-то тут сложно нам будет. Ладно, попробуем сейчас Джаггера повалить. И нам нужно, ребят, еще призвать тыквоголового. Карточки сыпятся, это круто, друзья мои, это очень круто. Ну что ты там пшикаешь? Пшикает он мне. В кого? В кого он? Ага, сюда бомбанул, да? В серединочку. А ну-ка, замедлялочку. Вот так. Слушай, он меня сейчас взбесит, я вызову деда. По-моему, надо призывать его, да? Давай, дед, выходи, пожалуйста. Пора тебе немножко тут шугануть этих всех ребятулек. И давай еще одну тыкву призовем. Так, и... наверное, тигра надо будет нам еще для затравочки. Ой, как они получают, ребята. Ух. Вот что значит дедушка в гневе. Да, конечно, он получает урон. Ну, а они-то сколько отгребают урона. Ну, бумс. Оу, все. Шансов у них нету здесь на победу. Поверьте мне. Две тыквы сейчас тут просто раскромсает все. Ну, падает и уже база. Вот так вот. Совсем другое дело. Так, друзья, опыт растет. Жалко, конечно, что опыт нам уже здесь не нужен. Нам только голда здесь пригодится. И мы с вами переходим на предпоследний эпизод. О-хо-хо-хо-хо. Физкультурник здесь, да? Бот-паук. Слушай, ну этот отряд здесь навряд ли нам поможет. Так, у нас энергия что, только на двух отрядах осталась? Рискнем, друзья мои, или не будем? Кстати, а почему мы с вами сюда не поставим вместо... Давай посмотрим, какой у нас есть хороший танк, который может противостоять. Даже пускай будет с 4 звездочками, но главное, чтобы он был крепким. Так, давай-ка посмотрим. Ну, например, я уберу отсюда... блин, кого мне убрать-то отсюда? Кстати, у нас же есть довольно неплохой танк. Это Голем. А почему мы его с вами не берем? Кто мне скажет? Надо брать, конечно, надо брать. Или посмотреть кого-то еще. Давай-ка глянем. Так, вскользь. У нас, кстати, бородавочник, по-моему, тоже прокачан на 5 звезд. Но он не танк все-таки. Он больше массовик-затейник, я бы так его назвал. Зомби с надгробием слабоват пока для этих целей. Друзья мои. Да, у нас если из танков, то это только лишь... А можно, в принципе, БФГ заменить на некро. БФГ на некро, стоит ли оно того?
Вопрос, конечно, очень такой специфический. Непонятный, странный для меня, я бы так сказал бы. Ладно, друзья, прокачиваем с вами... Тихо, голем, ты куда? Я хотел сказать, что мы прокачиваем тебя по полной программе. Да где ж он, ёлки-палки, куда ж... Столько много карточек, и знаешь, и смотришь, и все это мельтешит у тебя перед глазами, и не могу я его найти. Ну, где ты? Ну, где голем-то? Че, вообще, что ли, потерялся? Вот он, ребята, голем. Давайте-ка я его прокачаю по полной программе. Подожди, он у меня что, по максималке, что ли? Ну да, друзья, он у меня на максимуме. Сотый уровень. И плюс у него 5 звезд. Ну что же, поехали тогда. Ну, я думаю, что этим отрядом уже будет нам немножко полегче. В бой. Кстати, вот богиня солнца здесь, конечно, не очень в тему, на самом деле. Так, у нас с вами голем стоит дешевле немножечко, да, 175 энергии. Но он довольно-таки крепкий, мне кажется, что он будет покрепче все-таки, чем жаба с молотом. Плюс у него есть самоотхил. Конечно, включается очень редко, но если включится, то мало не покажется. Так, големчик пошел, ниндзю. Ниндзя, ты главное стой вдалеке, пожалуйста, не подставляйся. А он сейчас будет толкать, а? Так, слушай, ну неплохо. Смотри, как голем, ой-ой-ой-ой-ой. Големчик, зря ты отошел. Так, Джиггерна, он даже... Так, посмотрим, как у нас тут пойдут дела. Ребята, сосун этот прибежал, ё-моё, сейчас начнет. Ага, у нас ураганчик. Жух. Пока будет оглушенный, мы его добьем. Заморозка, слушай, нам везет сегодня. Смотри, что происходит. Ты посмотри, что происходит. Ни малейшего шанса у него нету здесь на победу. Мы его просто прижали. Да, друзья, все-таки неплохо, что мы с вами вернули в команду нашего големчика. Он тут очень хорошо нам помогает. То есть два танка — это уже лучше. А то у нас один этот... Одна жаба была с молотом, которую, как вы видели, быстро расписывают. И мы с вами фейлились очень часто. Ну что ж, переходим на последний этап. Так, а у нас энергия-то... А энергия-то у нас есть? Оу, друзья мои, у нас накопилось здесь две энергии. Поехали. Так, и мы видели с вами... Ядербот. Здесь будет босс у нас. Слушай, ну это же команда имбовая. И критует, и ускорение. Что тут только тут нету? Начну-ка я, пожалуй, с Ронина. Кину его в разведку. Что, не истерика, что ли? Нет, друзья мои. Слушай, ну против Джаггера-то, конечно, он сдуется. Это понятное дело. Да. Ну и смотри-ка, ему недостаточно было одной плюшки, чтобы наказать, да, моего Ронина. Так, ладно, будем копить энергию, что-то мы с вами тут рассусоливаем. Не по-детски. Так, чумнуха. Как же я хочу, друзья мои, чтобы чумная мышь у меня была по фулочке прокачана. Она на самом деле имба. Так, а вот тебя-то кто сюда звал, парень? Ты-то пришел, явился, не запылился. Так, ладно, давай прыгуна призовем. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Ураганчик, то, что нужно. Давай, Ронин, выйди в истерике, нет? Никакой истерики, друзья мои, никакой истерики. Ядербот, я так понимаю, ты не собираешься выходить, да? Ты просто потерял... Да, ребят, он просто потерял свою базу. Сдался, так сказать, да? На наше упование. Ну что ж, друзья мои, у нас с вами одна энергия, да? Забираем здесь сундук робота и смотрим, что нам выпадет. Хилбот, это хорошо, вот этот мне парень совсем не нужен. И 9 гемов. А мы переходим с вами. Это у нас, да, ребят, это у нас получается последняя территория, да? Ой-ой-ой-ой-ой, ты что ты? Ребят, у него здесь Ронин, 98 уровень, все дела. Это опасно. Ронин, мне кажется, здесь опасен. Так же, как и прыгун, так же, как и хищнец, и, кстати, тот же самый бродяга. Ну что же, будем надеяться, что мы здесь с вами устоим. Так, тихо-тихо-тихо, ага, ха-ха. Это нам на руку, друзья мои. Поехали. Хупа. Чего? А как, друзья мои, а как мой Ронин, извините меня, выбежал в истерике? И чё? Да мой Ронин круче, чем у него. У меня сотого уровня, у него 98. Как он мог? Да, друзья мои. Это наглость. Это, я считаю, была наглость. Мой Ронин, значит, выходит в истерике. Сфейлился, да? Второй раз он тоже выходит делать удар. Опять он сфейлился.
Это нечестно. Это было сейчас, вот, серьезно говорю, нечестно. Друзья мои, у меня что, энергии больше нигде нет? Ни на одном отряде? Да, получается, что мы переносим с вами серию уже в следующий раз. Так что, друзья мои, всем большое спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть с вами в Tower Conquest. Всем пока и до скорого. Удачи вам!